Всем привет, друзья! Очередная посылка из Китая и из AliExpress. Ну, очередная посылка от Китая. Смотрим, что нам пришло. Это штатив, друзья. Наконец-то штатив. Ух ты, это улетело. Вот такой чехольчик у него. Вот такое что-то непонятно что. Сейчас будем разбираться. Чехол. Кстати, довольно-таки качественный материал. Ну, не скажу, что прям супер, но и не прям не супер. Ссылка, естественно, будет в описании. А вот еще один чехол. То есть он в чехле, плюс еще чехол. Ух ты! Вот такая вот аппаратура, друзья. С так, ну что же, ставим. Здесь расслабить. Вот так вот он двигается. И вот так вот он тоже двигается. Здесь устанавливаем уровень. Вот когда он стоит, стоит довольно крепко. Здесь у нас телескопия. На вот аж на вот настолько. Фиксируем. И все это, друзья, там, грубо говоря, за 900 рублей. Ну круто. Так, ставим на стол пока. Ну, где-то около метра он в высоту получился. Ну и здесь все вот так вот двигается. Я так понял, что вот эта штука, это как раз таки для телефона. Потому что я брал на телефон. Ага, вот она вот так. То есть мы ее сюда прикручиваем. Как-то вот так, допустим. Конечно, все очень хлюпенькое такое, но все ж таки пойдет. Так, и телефон. Все подобно, вот такой вот старый телефон. Значит, фиксируется очень хорошо. Здесь мы можем выставить, соответственно, поставили, соответственно, зафиксировали. Ну и сейчас я вот этим телефоном, который в руке у меня, которым я снимаю, попробуем подснять, как это будет. Так, друзья, очень хорошо зафиксировался. Давайте попробуем его поставить на пол, так. Ну и выставим ему уровень вот так. Ну, неплохо. Вообще неплохо. Сейчас я сниму прямо аж на другой телефон, потому что
Вот, друзья, как это все выглядит. Я его не так высоко поставил, это просто тест. Но самое главное, вот то, что нам нужно, да, мы его двигаем туда-сюда, и мы его вращаем за ручку туда-сюда, соответственно. И снимаем наши ролики. Выкладываем на YouTube и монетизируем. Все, всем спасибо, всем пока. Ссылка на треногу эту будет в описании. Решил все-таки достать этот кусочек. Ну и вот так вот будет все это выглядеть в собранном варианте. Вот так можно это все носить. Пожалуйста, на плечико. И путешествуйте по горам, снимайте. Вот теперь точно всем пока. Ссылка в описании.